Всем привет, мы продолжаем проходить Transport Fever 2 в свободном режиме. Итак, мы пытаемся вылезти из кризиса. С помощью увеличения производств, каких только можно. Вот они откуда идут все. Как тараканы побежали. Куда? Так, ну дальше поехали.
Вот тоже 29%. Можно увеличить. Минуса все равно уходим. Но все равно мы должны вылезти отсюда.
Я знаю, что надо сделать. Отошел, покурил. И, короче, я понял кое-какую вещь. Надо выбрать все. И на время техобслуживания просто убрать, чтобы расходов меньше было. Все равно заменять транспорт придется. А по 200 машин на линии, ну, у меня просто компьютер взорвется. Самое плохое то, что все состарится. Сколько я могу в долг взять? Много. Хотя сейчас попробую. Хотя не, потом возвращать чего будем.
да ты чё? И этот пронёс. Thank you.
Сейчас.
Так, ну так думаю, меньше будет застаиваться. Так, ну вроде выходим из всего этого.
Вроде начинаем выходить, поэтому меняем поезда.
чуть-чуть такое.
Запустили время. Хотя нет, я здесь и останусь, я просто сейчас подобью его поближе. Так,
1911 год мы вышли из этого кризиса. О, здесь еще старый транспорт. Надо поменять его на новый. Электрифицировать надо все. И меняем эти консервы на нормальные трамваи.
Ну все, я думаю, точно вылезли из этого всего. Итак, на сегодня мы завершаем. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.